Танец – радость сам по себе, как явление. Это радость телесная, ну, соответственно, душевная. Плюс, если партнер отвечает, если происходит общение, то, собственно, и происходит танец. А это всегда видно, это привлекает. Мало кому не хочется радоваться. Кстати, да? Социальный танец. То есть танец, который люди танцуют для себя. Фактически, из какой-то мере, это язык, который мы с вами будем учить, язык, с которого потом мы будем общаться. Человек выстраивает, с одной стороны, свой себя, свой корпус, свое тело. С другой стороны, он учится слушать, следовать, вести, отвечать. Затрагиваются очень многие модели обычной социальной жизни человека. И, соответственно, они здесь проистекают и происходят, и прорабатываются в гораздо более приятной обстановке, чем, в принципе, могли бы быть разрешены обычной жизни. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Партнер ведет, он контролирует пространство окружающее, чтобы не столкнуться с танцующими рядом парами. Он заботится о комфорте партнерши, прислушивается к движению моего тела, чтобы достаточно мягко и комфортно происходил танец. Танец создает очень личный, очень близкий контекст для коммуникации, для отношений. Во что это разовьется дальше, это уже, кажется, совершенно не принципиально. Сам танец уже является непосредственно той высшей формой, о которой, ну, в данном случае, в нашем контексте идет речь. Люди становятся более терпимы, более внимательны друг к другу. Язык танца – вещь достаточно серьезная. Чтобы танцевать, не нужно знать человека. Владея этим языком непосредственно, то есть владея навыком танцевания, можно приехать в другой город, зайти в незнакомый, например, сальсо-бар, и, увидев танцующую партнершу, пригласить танцевать с ней без предварительной подготовки и договоренности. То есть вот это фактически язык коммуникации, то, что объединяется. У танцующего человека очень много друзей. У тех, кто танцует сальсо достаточно давно, друзья есть повсюду.